Привет, ребят, с вами Илья. И сегодня я буду проверять лайфхаки с Радмиром. Вот такие вот. Смотрите, есть у нас сейчас... Мы будем проверять лайфхаки с Радмиром. Да, вот. Будем проверять лайфхаки. Ага. И вот у меня же здесь пистолет. И первый лайфхак смотрим. Раунд. Перед тем, как я скажу... Не забывайте подписываться на мой канал, а так погнали. Сначала нужно вколоть в персонажа вирус, а потом возьми шприц жизни. И вколь не в персонажа, и теперь он больше не бессмертный. Давайте, вот я уже в игре. Я тоже в игре. И начинаем проверять. Берем вот этого вот Ой, я забыл, что я стираю. Берем зеленого этот пистолет. Пошел нахуй. Так. И теперь берем укольчики. Вот это нажимай. Вот мы берем сначала фиолетовый укол. Коловываем им в голову. Он так показал. Я думаю, у меня нет фиолетового укола. Да, вообще. Он сам последний. Ты просто примотай его. Вот, все, вирус мы ему дали. Теперь мы берем зеленый, как он там показывал. На! И проверяем на бессмертность. Берем меч, Радмир. Такой вот. А я возьму вот этот. Где капец? Что-то не бессмертно. Я попробую в него колоть меч. На! А он реально не умер. А у меня он убил. Умер? Да. А, у меня он тоже из-за меча. Как нерабочий. Это вся бады. Сейчас мы ему дадим укольчик. Это зеленый. Опа! Смотри! Бессмертие. Все, я ему дам укольчик, лазы. Хватит, чё? Смотри! Смотри! Вань. Да. Следующий прикол будет. Что идет, да? Вот я уже на Ютубе, и сейчас мы посмотрим, как это как сделать, что ля крыса. Да все, хватит, да, выключаю. Вот как. Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, ты будешь учиться только на отлично. Знаешь, что. А вот это. Всем привет, с вами Зав. В этом видео расскажу 5 фактов, которые знают мало игроков Мелбэкграунда. Но если вы знаете эти факты, то не бомбите в комментариях, потому что вы будете выглядеть как дурачки. Что ж, давайте смотреть на факты. Но перед тем, пожалуйста, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарии и всякое такое. Первый факт, то что жезл не может заморозить жезл. Как сказать, не может. Если мы поставим маленькую скорость, то... Блин, лагает. Жезл не может заморочить жезл. Значит, он не может... Заметим, то, что он замораживает его. Но он замораживает просто на миллисекунду. И на маленький... Жезл реально не может заморозить жезл. Смотрите, ребята. Ладно, следующий байк. Второй факт, то, что жезл просто-напросто нельзя сжечь. Абсолютно никак его сжечь нельзя. Третий факт вообще топовый. Короче, берем персонажа, вкалываем в него шприц бессмертия, только нужно его зафризить и взрываем. Смотрите, ребята, он реально не может... Ну, конечно, что он не может это все сделать. Реально! Вот. Следующее, давайте остановим. Ребята, я не знаю, вот это я сейчас смотрю.
такое сейчас смотрю. Да, Ман, давайте сами лайфхаки проверять. Можно же разрубить жезл? Он же не бесконечный. Берем для этого топор. Берем, ребят, для этого топорик. Ой! Сейчас светит. Будет. Жил? Но он бесметный. Мы это уже поняли. Огонь тушите. Огонь тушите, бери. Попробуй другого, смотри. Теперь он взял убить, он бесметный. Смотри. Он бесметный. Как? Ну, вот так. Смотри, он реально бесметный. Здесь показывает, что он не самый топовый парень. Это реально бесметный меня. У Радмира почему-то бесметный чувак. Вижу, здесь его все равно. Душ. А прикинь, что вот это вот дубинка. Смотрите, ребята, один прикол. Ой, ребята, зачем я вас принес? Я хотел это принести. Если мы еще уклонша жгем, он не зажигается. Он бесмертный. Укол? Прикинь? Укол на самом деле. Он не зажигается. Блин, прикольный лайфхак. Смотри, реально. Ребята, смотрите. А есть интересный факт. Крови. Видите, Трамп, как я это делаю? Вау, я Трамп. А что, если мне очень много орушек поставить? А можешь зажигнуть свою пасту? Блин, не может он зажигнуть сам себя. Кладем всякие ручки сейчас. И будем проверять, насколько они прочные. Если что, я взял душитель. Блин, я сейчас все жигу, кажется. Типа я босс. Смотрите, ребята. А смотрите один прикол. Я положу все в одеорушки. И... Я спас вас. Я пошел.
Блин, опять он. Огнетушитель. Смотрите, лончевица! Типа, он хотел не стрелять, а огнетушитель спас. Блин, что с этим огнем? Шить. Что с этим? Обалдеть, как я! Смотри, как я огнетушитель зажил. Ай. Блин, ты что так стреляешь? You want to win that? One. Win that! Ху! Я всех спас. Ну! No, Фрэнди! Ну, вроде мы видели это, ребята. No! Блин, смотрите, ребята, как это классно выглядело. Смотрите, огнетушитель против. Настолько я смог. Блин, смотрите, насколько это классно. Огнетушитель засветился. Типа сила огнетушителя. Смотрите. Обалдеть, я даже... Первый лайфхак будет. Как сделать дубинку красной. Берем дубинку. Как сделать дубинку. Всем пока.